Дамы и господа, добро пожаловать! Приветствую вас обратно в Братате. Здорово, Ютуб, здорово, Дзен. Здорово, чат. Привет, чат. А чё сидите, смотрите Братату, а? Ага. Короче, возвращаемся в Братату. Серия мисплеев, 20 мисплеев подряд. Давайте еще за новых персонажей поиграем. Надо за торговца оружием поиграть. И начинаем прогноз. А пройдем ли мы 20 волн? Пройдем ли мы 20 волн за торговца оружием? Очень прикольный персонаж, но сложный. Окей, если коротко, что он делает? Он каждый ход теряет все оружие, которое у него есть. Он должен каждый ход закупать полный комплект вооружения в магазине новый. Что офигенная идея. Оружие у него очень дешевое, на 95% дешевле. У него есть один бесплатный реролл. И у него усиленные модификации урона. То есть все модификации на урон у него больше дают, дают эффекта. Начинаем с пистолетом. Поехали. И, да, и у него еще 30 сбора, так что какая-то деньга у него есть. За него вариант сбор качать за оружейника, да? Сбор хорошая, нужная вещь. Проблема в том, что чем дальше, тем дороже становится оружие. И каждый ход закупаться на фул оружка, это, конечно, такое. Но мы можем попробовать его сделать более удобным в использовании, прокачивая ему определенный тип оружия, например, и скупая все оружие ближнего боя или дальнего. Ну, начнем мы с удачи. Удача на нем, по идее, имба. Ну и знаешь, что 2% вампирика мы возьмем. Окей. Пока что покупаем все подряд. Шреддер пойдет. Рубашка дровосека топчик. Оружие уничтожается за один удар. Давай мне топорик. Опять же, мы сейчас просто покупаем любую оружку, чтобы на волне нафармить деньгу. И я подумаю, какие ему модификации нужны. Ну, мутант мне не нравится, скорость хорошая штука. Может, ему свинью-копилку? Да, свинья-копилка, наверное, неплохо. Звучит. Давай, я не знаю. Медпушка, конечно, не то, что нам нужно, но можем взять электрозаточку и медпушку. На вторую волну пофиг, пойдет. И сейчас я вам возьму лазер и дубинку. И дальше. Дружелюбная пчела дает нам сборы уклонения, но минусует урон. А мы очень не хотим урон минусовать. Но сбор. А, не, нельзя фокусироваться на сборе. Окей. Хорошее оружие закрепить. Закрепить пистолет-пулемет, купить лимонадик. Лимонадик всегда хорошо. Давай мне еще один ролл. Инженерию мы, наверное, не будем прокачивать. Я думаю, в инженерию нам не хватит. Окей, знаешь что? Оставим просто деньги. Закрепим пистолет-пулемет. Как хорошее оружие для следующего раунда. Пойдем играть. Я думаю, план будет, да, вкачать много удачи и стараться выбивать на раунды фиолетовое, легендарное оружие. У нас очень большое преимущество на первых волнах. Другие персонажи на первых волнах 6 оружек не могут собрать. И мы сейчас должны фармить этим преимуществом по максимуму. Правда, первые волны тут не то, чтобы особо нафармишь, да? Окей, урон в дальнем бою плюс 2 выпал. Знаешь что? Клик. И давай мне пистолет-пулемет и эту штуку. Окей, мы точно берем удачу. Удача наша. Все, урон в ближнем бою, я подумаю. Окей, еще один пистолет-пулемет, давай. Кража жизни плюс 2 минус сбор. Если мы идем в дальнее оружие, то нам выгодна кража жизни. Но сбор терять не хочется. Даже двоечку. Окей, походу билд на дальнее оружие. Опа, закрепить пистолет-пулемет и шреддер для следующего раунда. Будем играть немного более аккуратно. И знаешь что, я нам оставлю деньгу, не буду сейчас закупаться дальше. Может быть, сделаем не дамажного, но захиливающегося перса. А сложно захилиться без оружия. Обычно ты хилишься оружием,
Ты хилишься ножницами, медпушками. А если мы не знаем, какое оружие нам выпадет, то беда, печаль. Давайте попробуем стрелковый билд. Будем качать дальний бой. И посмотрим. Во, дальний бой выпадает, давай его качать. И дай мне ролл. Сбор, броня, максимальное здоровье. На третьей волне мы можем взять еще сбора. Броня вкусная, но знаешь что, пошли в сбор. О, прицел. Плюс 2 урона в дальнем бою, плюс дальность, минус скорость атаки. Ну точно у нас получается этот билд на дальний бой. Скорость атаки жалко, но знаешь что. Поехали, попробуем. Медпушка 5 синяя стоит. И мы ее только на один раунд получаем. Эх. Окей. Язык пришельца мне нравится. Дальность сбора увеличивает, но... Подождите. Подождите. Нам нужно закупиться вооружением. 6% к урону, минус 8 дальность. Знаешь что? Давай, пофиг. Давай мне ролл. Закрепим арбалет. Далеко не мое любимое оружие. И закрепим удачу. О, удачу надо закрепить. Мы когда в прошлый раз играли, по-моему, ну, во-первых, я был больной, как собака, и ничего не соображал. А во-вторых, если я правильно помню, мы пытались покупать все подряд оружие и не качать цифровой урон никакому. Получилось не очень, мягко говоря. В этот раз я нас сфокусирую на стрелковом оружии и попробуем так. 15% скорости атаки, рефлексы 3 уровня, супер, а больше деревьев, супер, удача, супер, арбалет у нас один, надо купить еще медпушку. Окей, я буду ролить, пока не выбьем дальнее оружие, что-то его не видно. Окей, еще один арбалет, хорошо. Свинья-копилка, о, 20% материала в начале волны. Дай мне ролл еще один. И сумку давай. Мы с тремя оружиями пойдем в этот бой. Давай купим отвертку и нож, чтобы было хоть что-то. Окей, свинья-копилка может зарулить. Главное попытаться вытащить ее. Окей, какой план со свиньей-копилкой? Не покупать апгрейды несколько раундов, покупать только оружие и все, да? Берем свинью-копилку, на оружие нам денег тратить не надо. Уходим полностью в фарм, пытаемся накопить, я не знаю, 1000 со свиньи и жить на проценты от банка. Как-то так. Вообще свинья в этом патче мне не нравится, потому что элитки рулят. Мы можем взять процентный 8-4 ближнему бою, неплохо. Четверочку взять. Ну давай процентный урон возьмем. И 10 сбора ради свиньи и копилки. Фиолетовый сбор ради свинки. Или 2 урона в дальнем. Давай сбор. Я жадничаю, окей. Берем свинью и жадничаем по полной программе. Корона! Сбор дополнительно увеличивается на 8% в конце волны. Но если я его куплю, у меня не будет денег вообще. У меня будет 0 денег. И мы пойдем в бой без оружия. На 6-й волне. Окей. Что-то здесь не так. Где-то в этом плане ошибка. И нам не выпало стрелковое оружие. Бери корону и нож. Корону и нож. Вы с ума сошли? Окей, корона и нож. Хьюстон, у нас проблемы. Самая тупая идея в истории человечества. Это сказал кошек, а он в красной команде. Красная команда фигни не посоветует, правильно? Правильно ведь? Помогите.
6 секунд. Что? А, я мертв! Какая дурацкая идея была! Это... Нет, мы не можем на шестой волне с одним ножом драться. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнешь к ним! Жадность. Это была жадность, да. Нам не надо было покупать корону. Окей, давайте еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Нам 100% нельзя было так делать. Это хороший урок на будущее. Шестая волна с одним оружием не прокатывает. Так что... Зачем учиться на чужих ошибках, если можно учиться на своих? Очень выгодно. Так, блин. Все испортили. Окей. Давай еще раз то же самое, только теперь нормально. Окей, я возьму нам урон в ближнем бою и в дальнем. Давай, давай процентный урон возьмем. Такой хороший старт был, честно говоря. Плюс 8 сбор. Минус урон в ближнем бою. И мы купим все. Мы можем взять кофе и это. Окей, заморозь мне эти оружия на следующий раунд. Они пойдут. Мы можем играть через инженерию. Турели у нас не отнимут. Это правда. Турели никто не отнимет. Но инженер большую часть урона получает от турелей с оружия, от гаечных ключей и от отверток. Пассивные турели не очень хороши на инженере. Точнее, их сложно собрать очень много. Дай мне ролл. Удача или сбор? Удача или сбор? Я думаю, удача сначала. Там разберемся. Мы можем взять 3 скорости. Скорость хорошо. Окей. Пока я набираю нам каких-нибудь оружий и что-нибудь прикольное. Типа деревья, арбалет. Давай еще ролл. Ну вот мед-турель всегда хорошо. Мед-турель — это как пассивный реген, да? Для нее даже инженерию не особо надо качать. Одна мед-турель — хорошая, нужная вещь. А, редко прокает. Типа скорость атаки у нее маленькая. Но с пивом пойдет. Сундучок. Мед-турель не всегда попадает. Но поначалу-то вокруг нее можно тусоваться. Лимонадик всегда хорошо. Окей, мы ищем. Плюс 8 сбора. Все-таки я жадничаю со сбором, да? Да. Окей. Электрозаточка пойдет. 2 электрозаточки тоже пойдет. 3 электрозаточки, видимо, очень пойдут. 4 электрозаточки. Наверное, пойдут. Окей, давай мне ладонь, она окупится, потому что дает 3 сбора. Линзы. Урон в дальнем бою. Окей. И я не знаю, давай мне еще копье. И хватит на сегодня. Экономим денежку. Много заточек. Заточки крутые в начале, потому что у них самонаводка. Цепная молния от электрозаточек бьет самонаводка, и тебе не нужно бегать по всей карте собирать лут. Точнее, не нужно бегать собирать врагов, только за ними наоборот лут собирать, и все. Мы хотим удачу. Клик. Не очень хочу урон в ближнем бою, но знаю, что раз он выпал синенький, давай возьмем. Твердка. Я бы предпочел что-нибудь другое. Мы будем качать удачу. По идее, стрёмная пища топ для нас. Пламенный кастет фиолетовый. И знаешь что, давай еще одну отвертку. Почему нет? Погнали. Мудрость. О. Вот наш дроп.
Плюс 5% к урону каждые 5 секунд до конца волны. Но вначале минус 20% к урону. Окей. Мудрость автопик. И давай на этот раунд возьмем нам еще кастет. И ножницы. Мудрость пок. Так рано. Вначале, ну, в начало волны у тебя становится слабее. Но начало волны обычно легкое. И чем дальше идет волна, тем больше тебе нужен урон от мудрости. И у нас дополнительный бонус к урону идет от персонажа 25%. То есть мудрость еще сильнее будет, чем дольше идет волна. Короче, мудрость топовый апгрейд. Лучший предмет в игре? Хотя нет, там сейчас появились новые крутейшие леги. Но мудрость один из лучших предметов в игре по любасу. У нее, считай, просто нет минусов. Я не знаю, какой нужен билд, чтобы у мудрости были минусы. Кислота. 8 здоровья, минус 4 уклонения. Я не люблю кислоту. Вообще. Но в начале игры 8 здоровья пойдет, к тому же бесплатно. Кибершарик. Мы будем качать удачу. 16, шанс 15% при гибели врага нанести урон врагам. И 15 удачи. Кибершарик рулит. Металлическая пластина автопик всегда. Это броня. Броню не переоценить. Кофеечек. Окей, пчелку я не буду брать, хотя и сбор. Купон — это наши скидки. И, видимо, у нас будет раунд на рукопашном оружии и призрачном топоре. Счастливый талисман имбы. Закрепить его, это вся удача. Больше удачи, богу удачи. И кофеечек наливай. Талисман 30 удачи, минусанет весь дэмэдж нам. Но это 30 удачи, Джонни. 30 удачи. Мы потом сможем легендарные пушки покупать. И фиолетовые, и вообще всякие. И, очень важно, нам нужны зайцы. Стоимость реролов для нас проблема. И то, что мы можем набить зайцев через удачу, которые дают бесплатные реролы, это мега круто. Потому что мы не можем собрать комплект в 6 оружий, если мы не будем раз 5 реролить за раунд, правильно? Нам нужно реролить. Иначе нам капец. Окей, мутация дает нам урон в дальнем бою и стихийный урон, но минусует скорость. А, давай возьмем, ладно, на шару. И компенсируем вот так вот скоростью. Окей, если я это куплю, я смогу нам купить там двустволку, отвертку. Еще удача. Окей, еще 20 удачи, но мы не можем взять пока. Нам надо оружие для этого раунда. Огнемет, дисковая пила, отвертка. Еще один ролл. Нож. Окей, и копим на зелье на удачу. Нам нужно либо реролить, либо скупать весь магазин. Да, скупать весь магазин тоже прокатывает, кстати. Если скупить весь магазин, то рерол бесплатный. У меня 8 здоровья. Где моя медтурель? Медтурель здесь, спасай меня. Спасибо, медтурель. Где-то были сделаны ошибки. Мной. Лично. Я не знаю, как мы живы, но мы живы. Фрукты от удачи сейвят, по-моему. Нормально так. Я кое-что начинаю понимать. Нам нужна броня, потому что оружие какое-то у нас рандомное. Нам нужно много брони. Я не беру эту ересь. Черный пояс. Урон в ближнем бою. Бонусный опыт. Минусует удачу, но... пофиг. У нас и так много удачи. Окей, броня. Броня must have сейчас. И знаешь что? Фиолетовые предплечья, фиолетовый урон в ближнем бою. Наливай. Все-таки не будем фокусировать один тип урона. Будем все подряд набирать. Окей. Кожаный жилет, имба. Уклонение, броня, имба. Удача, имба. И набираем оружие. Любое. Все подряд. Сюрикен, дисковую пилу, насыпай. Еще насыпай. Еще один сюрикен. Статуэтку я даже не рассматриваю. 10 скорости — это смерть. Мы можем взять турель. Турель у нас никогда не отберут. Она, конечно... А, ну чтобы от нее был толк на... надо инженерию качать, но... Она будет пассивно дамажить.
Окей, давай мне турель. Ладно, фиг с тобой. Трактор. Плюс 40 сбор, минус 8 к урону. Ну что ж, это билд на трактор. Поехали. Сейчас турелька будет нормально работать. Поджигающая турель хорошо. Ей прокачка не особо нужна. Она работает сразу. Как только ты... Вот она навешивает дебаф огнем, и он дамажит хорошо даже без апгрейдов. Не супер, но нормально. Сбор нам компенсирует раунды, когда оружие будет трэш, и мы будем просто выживать. А такие раунды будут, собственно, вот на экране вы его прямо сейчас, такой раунд, и наблюдаете. Оружие трэш, мы не дамажим. И ничего с этим сделать нельзя, потому что что ты сделаешь? Куда ты денешься с подводной лодки? И знаешь, что для таких раундов броня прямо топчик. Окей, мы берем трактор. Я даже не обсуждаю это. Тык. У нас минус 30% урон. Нехорошо. Дай мне какое-нибудь оружие. Закрепи мне эту рогатку на следующий раунд. Мастерство не надо брать. Волшебную палочку и факел не хочу брать. Это стихийный урон. У нас трэш билд. На девятую волну трэш билд. Мы должны взять рогатку на девятую волну. Девятая волна — волна фарма. По-любому надо брать. И все, и пошли дальше. У нас есть трактор. И фиолетовая рогатка. Что круто. На фиолетовую рогатку сейчас много надежды. Если мы нафармим сейчас 500 денег, значит билд нормальный. Девятая волна, я обычно меряю свой билд на девятой волне. Меряюсь билдами. 400-500 это норм фарм на девятой волне. Все, что меньше, чем 400-500, у тебя трэш, и надо удалять игру и начинать заново. А моя мудрость начинает рулить. Вначале вроде как-то не очень было, но сейчас мудрость раскачалась, и вроде как пошло дело. 596 пойдет. Нам нужен урон. Давайте брать какой-нибудь урон. Урон в дальнем бою. Или еще удачи. Больше удачи. Фу. Окей. Плазменная кувалда. Берем. Окей. Шипастый щит дает урон от брони. 14 урона. Ну, даже не знаю. У меня вроде 10 брони, а чё он так плохо бьет? Ну, давай щит возьмем. Так. Еще один трактор, а? По полям, по полям. Зеленый трактор едет, блин, к нам. Минус 30% урона? Не, минус 40. Минус... Минус 40% к урону. Без нищеты. Знамя? Кофеечек для скорости атаки. Магазин еще один взять. Окей, нам нужна здесь помощь. Пластиковая взрывчатка. Радиус взрывов увеличит на взрывном оружии. Я не знаю, давай мне броню. Стоит ли взрывчатку брать? Наверное. 12-я волна, орда. Зато у нас много тракторов. У нас так много тракторов. И на этих тракторах мы построим коммунизм. Землю крестьянам, фабрики рабочим. Все на трактора и копать поля. Или вы умрете. Нам нужно первое
30 секунд раунда держаться, а потом у нас дэмэдж начинает появляться, потому что мудрость действует. Еще нам надо как-то жить, что пока что получается с переменным успехом. Я бы хотел увидеть дропы. Это был трэш. Умерли. Урок на будущее. Никогда не бери трактор. Это трэш. Трэжатина полная. К черту трактор. Урона нет вообще. Мы смогли урон почти в ноль вытянуть мудростью к концу. Окей. Не берем больше трактора. Так не пойдет. Мы не можем строиться этим персом в сбор. Нам нужен урон. Да, минус 50% урона. Окей, еще один забег, еще один забег, еще один забег. Трактор, трактор хорош в поле, но не в братате. Аминь, брат. Трактор это предмет для пацифиста там или какого-нибудь предпринимателя. И кто там еще играет без урона? На этом персонаже надо все в урон вкачивать, чтобы не было такого, как с трактором только что. Кстати, об уроне. Спасибо за ранение в голову. Окей. Удача. Удача и урон. Окей, две брони я возьму. Кулак. Окей, урон мы уменьшать никакой не хотим. Поэтому урон и удачу не уменьшаем. Я сейчас покупаю нам все подряд. Окей, бонусный опыт, топчик. По любасу. Окей, заморозь мне двустволку, медпушку на следующий ход. И давай мне шапку на скорость минус дальность. К черту дальность. Мы не сможем вкачаться в какой-то определенный тип оружия. И скорее всего у нас будет смесь из ближнего и дальнего боя. И мы... И все. И факт. На этом точка. Поэтому дальность для ближки она почти бесполезна. Там за редким исключением сюрикенов. Ну и не будем на нее даже смотреть. Окей, еще две брони. 8 сбора. К черту сбор. Нет, я возьму вот 8 сбора. Больше в сбор брать не буду, обещаю. Больше не буду брать сбор, клянусь. Буду брать кофе на скорость атаки. И камень. И камень. Был последний сбор. Никаких тракторов. Ну на третьей волне 8 сбора стоит взять, да? Это круто. Обещает до первого трактора. И не поддамся. Но на бумаге это так круто выглядит. Получаешь 40 сбора и дополнительно он на 5% увеличивается каждый раунд. И в теории, чем раньше ты возьмешь сбор, тем больше от него будет профит. И этот профит, он пассивный, он всегда работает. Это же так круто. Окей, мы берем урон в ближнем бою. Никаких сборов. И нам нужна удача, но черный пояс это 15% бонусного опыта. Это крутяк. И я забыл, что нам еще оружие надо купить. Окей. Закрепи мне кожный жилетик. И, видимо, этот раунд у нас будет через 2 копья. Через 3 копья. 3 копья и факел. Ну, зато кожный жилет закопили. Варлок, ты трактор? Я уже не знаю, кто я. Я теряю свою идентичность. Каждым днем я все больше начинаю сомневаться в реальности этого мира. В том... Кто я здесь, зачем я здесь, для чего и как вообще с этим жить дальше. Может быть, я трактор. Я подбираю ковшом все, что попадается мне по пути. И везу туда, куда мне говорят это везти. Глубокая философия тракторов. Инъекция. Плюс 7% к урону, минус 2 здоровья. Бесплатно, давай. Окей, мозг третьего уровня. Плюс 3 стихийного урона взять. Или взять трицепсы, которые синенькие, но они дают урон общий. 8%. Для нас общий урон всегда лучше. Потому что какое бы мы оружие ни купили, он действует на всю оружку, да?
Этот персонаж ест оружие. Каждый ход он покупает новое и теряет старое. Мозги переоценены? Окей, давай брать тогда общий урон. О, сбор! Фиолетовый сбор! Я не могу ничего сделать! Он фиолетовый! Стакан наполовину пуст. Он фиолетовый! Все остальное белое! Оно само! Я не специально. Учитель Боб дает нам 30% опыта. Окей, учителя Боба я не буду брать. Давай мне еще шапочку на удачу. Окей, 5 оружия, я думаю, хватит, не будем реролить. Трактор тоже фиолетовый? Думаешь, это совпадение? Но больше мы сбор брать не будем, вот точно. 100% не будем брать сбор. Ну его в баню, это того не стоит. Оно нам не надо. По-любому не надо. Надо было учителя Боба взять. Так рано в забеге 30% бонусного опыта. Это дофига. А в уровнях много урона. Зря я Боба не взял. Окей, смотрите. Мы не берем сбор. Мы берем скорость атаки. Тык-клик. И берем две брони нам. Еще берем две брони. О, и никакого сбора. Призрачный кремень, ладошку. Окей, фиолетовая доска. Шреддер, кулак. Все подряд. Я не хочу нам брать еще один кремень, но знаешь что, бесплатный рерол. Скидка. Окей, палки бесполезны без комбо палок. Давай не будем тратить деньги на реролы. Нам деньги пригодятся. Я не уверен, что призрачные ножи нам что-то нафармят, скорость атаки за килы. Точнее, я уверен, что они ничего не нафармят. Они неплохое оружие. Есть намного более трешовое. Что-то деревьев не видно. О, лутбокс. Где лутбокс? Лови лутбокса. Еее. Нет, чё-то мы, по-моему, зафармили. 300 денег, неплохо. О, больше удачи. Так, мы не берем сбор. Давай нам удачу или урон. Здоровье. Давай нам. Давай нам урон. 4 регенерации, возьму нам регена. Не будем минусовать реген. Никакого сбора, к черту. Волшебная палочка трэша. Окей. Ёжик дает нам много урона. И минусует реген. Нам нужен реген. Чат говорит, бери ёжика, ладно. Компенсируем вон растением. Окей, видимо, у нас камень. Сегодня 2 камня сегодня. Помогите. Кролик! Кролик, Поги, дополнительный бесплатный рерол. Дай мне шреддер. 3 камня. Камни снижают скорость, когда их собираешь много. Нехорошая идея. Мы можем вот здоровье взять здесь. Но я не буду этого делать. Щит купи. Я не знаю, еще удачи и восстановление здоровья от расходников. Регена очень важен. Регена нужно причем много. Реген хорошо начинает работать, когда ты его побольше насобираешь. Там 20, например. Тогда он очень хорошо работает. Немножко фокусируюсь и более молчаливо играю. Надо яйца ловить.
Если яйца не поймать, праздника не будет. Яйца уйдут с твоей вечеринки. Красиво, красивый раунд. Нормально, нормально. Окей, инженерия? Не-не-не-не-не-не-не. Инженерию мы не можем вкачать. Мы можем вкачать вампирик. Удача и минус реген. Оно того стоит. Да, нет, да, нет, да, нет. Факел, лимонадик. Сюрикен, шреддер. О, фиолетовый сюрикен. Еще один сюрикен и шреддер. Окей. Будем считать, что оно того стоило. И дай мне... дай мне вот это и давай мне кибершар. Я не знаю, урон случайному врагу. При гибели врага. Мы взяли много удачи. Кибершар должен быть очень хорош. Бери, потом подумаешь. Логично. Пилите, Жура, пилите. Она золотая. Ай. Я идиот. Как странно, что нельзя билд планировать вокруг оружия. Этот персонаж совсем другая игра. Потому что... на всех остальных персонажах, даже на пацифисте на каком-нибудь, ты все равно в каком-то мере планируешь билд вокруг оружия. На пацифисте это там... окей, это хамелеон трэш. На пацифисте ты планируешь билд вокруг там медпушек или ладони, или что-то там играешь. Можем взять вампирика. Нам нужно много урона, сейчас девятая волна. А здесь нифига подобного. Здесь все вокруг статов других, а покупаешь оружие все подряд. Вот как-то так. Компас стоит того. 5 скорости за крит. Я имею в виду, скорость хорошая, нужная вещь, но мне кажется, дорого. Тыква увеличивает урон при пробивании. Пробивание есть не на всем оружии. Можем заплатить за летучую мышку. Медтурель в этот раз ставить не будем. Да, на оружейнике нужно качать статы, а не оружие. Хотя он называется оружейник. Мне кажется, тыква невыгодна. Ножницы можно... пускай ножницы будут на следующий раунд. Ну да, меня оружие устраивает. Просто оставлю нам деньги. В этот раз у нас нет имба мудрости. Хотя, когда у нас была имба мудрость, мы чудненько проиграли забег. Вообще отлично. Без проблем. Может быть, мудрость не такая имба, как я думал? А, в мудрости... в прошлом забеге была проблема не в мудрости, а в тракторах. Мудрые тракторы белоруськи нас победили. Мы в прошлый раз что-то насобирали 500 с чем-то, и при этом у нас было сотка сбора. То есть из этих 500 было 100 от сбора. Теперь надо не умереть, чтобы не опозориться. И 629. И у нас сбора 75, нормально. Окей, урон в ближнем, урон в дальнем, скорость атаки. Скорость атаки фиолетовая, однако под все оружие подходит. Знаешь что, давай мне процентный урон. О, есть! Вот он! Вот она имба! Варлок, привет. Как стрим? У меня половина второго ночи. Пришел с работы. Надеюсь, ты меня помнишь? Спектакль наполовину готов. Я помню. Как у тебя вообще дело?
Хорошего стрима. Кто-то Кутунио, спасибо тебе большое за 64 сердечка. Спасибо за донат. Спасибо за поддержку. Ты вовремя, смотри, какую мы имбу нашли. Мы нашли генератор энергии. У нас все хорошо дела. Я восстанавливаюсь после болячек, вирусов и воспалений легких. Мне намного лучше. Но я все еще не стримлю по 6 часов. Часа по 4 стримлю. Но уже лучше. И со следующей недели планирую фул, в полный график. Вот, удачи тебе со спектаклем. Я помню, помню все. Про спектакль, про где какой-то лысый чувак должен быть главным героем. Okay, генератор энергии дает нам дополнительный урон за скорость. Все, что нам нужно делать, это вкачать скорость. И мы будем в порядке. Окей, okay, ищем апгрейды на скорость. Не на сбор, уберите эту тележку. Окей, okay, ежик, ежик, имба, да? Где скорость? Почему скорость не выпадает, чат? Где скорость? Скорости нет. Свинья-копилка дает материалы, бонус за материалы в начале волны. Знаешь что? Черный пояс взять? Давай мне черный пояс. Берем свинью-копилку и копим. Кто-то Кутуньо? Эта волна для тебя? Она будет самая успешная, самая удачная. Мы всех победим. Спасибо большое за поддержку, я очень ценю. Зачем ты это взял? Прислушайся к здравому смыслу, чат, все будет нормально. Верьте. Do you believe? Ну, у меня есть план, я буду его придерживаться. Okay. Свинья, может быть, не окупится на самом деле. Ну, окей, она точно окупится. Но она будет, может, не супер-мега выгодной. Мы не будем делать билд на свинью. Но на некоторых раундах мы как оружку собираем. Мы не хотим больше вроде как ролить. Поэтому она нормально заходит. Что-то врагов много на экране, да? Наверное, потому что у нас трэш-оружие, и мы не успеваем их сносить. Никакого сбора, никакой инженерии. Дайте мне нормальные статы. Скорость. Скорость для нас топ-стат. Легендарный... Вот зачем мы брали удачу. Легендари меч 4 уровня, 110 урона. Тш! Легендарный грустный помидор. 8 регенерации. Меньше здоровья в начале волны, но это пофиг. Давай мне дробовик. Мне нужно хорошее оружие. Не гаечный ключ. Я знаю, что пойдет. Больше скорости. Скорость нам дает урон. Скорость — это наш урон. Берем все на скорость. Окей, огнемет и арбалет. Окей. Оружие пойдет? Пойдет. Хотим ли мы фишку, которая дает уклонение, минусует броню? 11 брони, 4 уклонения? Давай. Бесплатный рерол. Помидор так хорош. Помидорочка имба. И у него лицо, как у меня. Какое же грустное. Окей, все, поехали. Это не оружейник, а ломбардист. Что сдал в ломбард, тем и дерется. Это правда. Он все подряд. Он все подряд где-то набирает. Кто ему в ломбард что продал, то он использует. Я у огнемет. Нам очень повезло с огнеметом. Как бы собрать лут посередине. Я не знаю, мы попробуем. Мой лут. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Огнемет эту волну заточил в одно лицо. Походу. Огнемет так хорош. Ну и генератор энергии нам дает весь этот дэмэдж, чтобы огнемет работал, да? 760. Солнечные очки дают криты. Минусуют броню. Я не знаю, криты — это тоже урон? Давай брать. Шлем нельзя брать. Хотя, знаешь что, давай брать. Давай все брать. Берем все, что есть. Вообще все. Давай вампирик брать. И 8 урона в ближнем бою.
легендарный апгрейд. Берем. Все берем. Корону не берем. Корона идет в баню. Топор берем. Электрозаточку берем. Мышь берем. 5% вампирика даст. Минус плюс 10% врагов. Все берем. Сюрикен берем. Лимонад берем. Крылья! Крылья имбы, 10% скорости. Плюс дальность, минус стихийный урон. Пофиг, берем. И факел берем. И что мы еще берем? Все, больше ничего не берем. Набрали оружие сколько нужно. У нас копилка. Корону и трактор. Не надо. Почему ты так не любишь сбор? Я люблю сбор, но я только что проиграл забег, когда купил трактор. Два трактора. Теперь я его не люблю. Я его не люблю буквально минут 15. Потому что... Окей, может быть белый сюрикен продать и купить медпушку? А, не надо. А хотя сюрикен от критов работает. Окей, давай мне медпушку. И все, остальные деньги копим. Будем... Пускай свинья-копилка работает. По-моему, у нас есть какой-то билд, как ни странно. Нормальный такой. Который что-то делает и как-то работает, если нам выпадают нормальные оружки. Наш чувак может за себя постоять. Вокруг... Некоторых персонажей из Брататы можно было делать отдельные игры. То есть вот эта идея с оружейником. Рогалик, в котором у тебя персонаж постоянно теряет оружие и получает новое оружие. Это целая идея для отдельной игры. То есть на этой базе вот какой-нибудь инди-разработчик может такой посмотреть и... О, прикольно. И сделать вокруг этого всю игру. Реально. О, легендарное здоровье. Мы, наверное, возьмем это, а то что-то у нас со здоровьем не очень. Вау, странная книга, уникальный. Плюс один к параметру инженерия за каждый стихийный урон. У вас минус 3. Кстати, имбовая штука для инженера. Мы, наверное, это брать не будем. Минусует ближний и дальний бой. Кстати, у меня... Почему у меня минус стихийный урон? Нам нужна удача, нам нужен робот-странник. Хотя бы пистолет-пулемет какой-то. Давай мне мышь, еще один пистолет-пулемет. Что это такое? Еще одна мышь, которая добавит еще 10% врагов. Давай, конечно, естественно, почему нет. Нам нужна скорость, скорость имбы. И сюрикен, сюрикен, будьте добры. Одноглазый червь дает нам еще больше урона, минусует дальность. Дальность нам не нужна. Я потратил все деньги. Мы купили мышей. Мы купили двух мышей. У нас плюс 20% количества врагов на экране. Очень хорошо. Больше врагов, богу врагов. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Пистолеты, пулеметы. Это не то, что нам нужно. У нас дальний бой не вкачан, у нас вкачан процентный урон, а он для пистолетов, пулеметов, мягко говоря, плохо подходит. Поэтому эта волна... Отдыхаем на этой волне. Будем надеяться на то, что в будущем будет лучше. Что нам реально нужно, это пассивки на снос врагов. Типа всякие бородатые детеныши и что там еще есть. Что взрывает врагов. Потому что на все это дело действуют бонусы к... Все это дело действуют бонусы к урону. Нет, не привратник. На него не действует. Окей, я думаю, мы можем взять еще регенерации себе. Или скорость атаки. Или урон. Процентный урон. Нет, регенерацию давай мне. Я бы... Еще удача. Короче, стихийный урон у нас что-то улетел куда-то далеко. 100 удачи, 60. Окей. Я сейчас попробую... Ох, точильный камень, весь вампирик.
Один робот у нас уже есть. Бонусный опыт сейчас не очень актуален. Деревья уничтожаются за один удар, это хорошо. Можно еще криты и уклонения прокачать, да? Кинжал, заточка. Окей, что у нас там получается по скорости и броне? Брони бы уже можно было побольше взять. Реликвия Сифт. Минус 12 к скорости дает. Мы, наверное, ее не будем покупать. Дай мне кинжал. И сейчас элитка. Ёшкины кошки, сейчас элитка. А у меня ближний бой. Дай мне ролл. Что-нибудь хорошее против элитки? Окей, давайте полностью тогда на ближний бой против элитки. Либо мы их, либо она нас. Магия пришельцев, топчик, здоровье плюс реген мы возьмем на будущее. Погнали. Что за элитка? Чарджер! Я не заметил его. Теперь у меня нет жизни. Давай бей, бить его будем. Пробуем его сбальнуть. У нас есть урон. Главное уклоняться. Я говорю, уклоняться, а не танчить лицом. Что-то врагов на экране много, а? У нас проблемы? Может быть, немножко? Совсем чуть-чуть? По-моему, кто-то взял плюс 20% количества врагов на экране. Мне кража жизни, пожалуйста. Все вампирика. О, все это было. И нам нужно хорошее оружие. Тесак. Тесак, кинжал, корона. Уйди, корона. Легендарный молот на 15-ю волну и еще один тесак. Слоненок дает шанс при подборе материала наносить урон врагу. Не знаю. Пищу взять, да? Да. Слоненка брать или нет? Что у нас удача, конечно, не на высшем уровне. Окей, я думаю, нам это не нужно. Я не знаю, как мы живы после прошлой волны. Я такого давно не видел. Но это было весело. Во время раундов в этой игре невозможно читать чат. Ты отвлечешься на полсекунды, и ты мертв. В любом случае, против таких раундов, как был только что. Нас стрелки сильно контрят. Против милишников мы нормально, смотри, прям через толпу можем проходить. Но стрелки проблема. А их много. Потому что кто-то взял плюс 20% количества врагов. Не знаю, кто это был. Какой-то враг, видимо. Мины, нафиг. Регенерация плюс 5. Берем легендарный огнемет на 16-ю волну. Наливайте. Варлок, там вышла DLC на Vampire Survivors. Я увидел, Виталий. Я видел. Я не хочу запускать Vampire Survivors. Называйте меня Пуськой, но я не хочу запускать Vampire Survivors. Мудрость имбы, йоу. Маленький качок надо брать. И мудрость надо брать. Нам бы скорости. Походу, у нас все-таки бой на ближний бой. Донорство крови я тоже, наверное, брать не буду. Окей, ну надо брать хоть какое-то оружие сейчас. О, чат называет меня Пуськой. Смотрите, у меня голова закружилась от Vampire Survivors в прошлый раз. Я не хочу больше в них играть, окей? От одной мысли про Vampire Survivors мне становится дурно.
поэтому мне не хочется. Я не вижу смысла себя пересиливать, когда у нас так много других игр прикольных, в которые можно поиграть. Так что, наверное, вампирам хана. Вампиры F на нашем канале, я думаю. Можешь поиграть за перса, в которого нужно стоять на месте? Можно еще не играть вампиров. Там же одни шакалы. Там сплошные шакалы на весь экран. Аптечка, 10 регенераций минус 10 удачи. Нам нужна удача, но 10 регенераций. Legendary. Давай мне еще урона, давай мне брони уклонения, давай мне кинжал. Еще один кинжал, больше деревьев. Еще больше кинжалов. Всем кинжалов. Тебе кинжал, и тебе кинжал, и тебе кинжал. И давай мне еще камень. Камень я не дам. И знаешь что, я не буду нам тратить деньги, копим деньги. Что у нас, смотри, сколько урона. Шакалы тоже люди. Я же не против, пускай они и существуют, шакалы. Кто им что скажет? Я просто хотел, чтобы их не было на моем стриме. Они могут, шакалы, существовать там, где их родина? В Шакалье Ленде. Не надо просто на моих стримах присутствовать по вампир сурвиварсам. Типа я смотрел свои ролики по Vampire Survivors. Даже на ютубе шакалит. А на ютубе битрейт в 10 раз больше, чем на стриме. Буквально. У меня на ютубе битрейт там 50 тысяч. А на стриме 6 тысяч. Поэтому я даже не знаю. И вампиры шакалят вообще не по-детски. Окей, нам не нужен спор. Думаю, мы можем взять максимального здоровья или урона в ближнем бою. Походу у нас билд все-таки на ближний бой получился. Давай здоровье возьмем. Осьминог. 12 здоровья. 5 кражи жизни. Это новая легендарка. Мы-то раньше такую не видели. Но минус 8 крита. Сколько у нас крит? 15, давай осьминога. Окей, бандана. Снаряды пробивают дополнительные цели. Прикольно, но... Но не очень, да? У нас билд на ближний бой. И надо нам сейчас оружки искать. Я вот сказал, что у нас билд на ближний бой. А как я его буду собирать-то? Хотя, в принципе, знаешь, что собирается. У меня сейчас реально будет 3 призрачных кремния и минус 3 брони на этот раунд. Я убью нас этими призрачными кремнями? Да, давай их соединим и купим лучше вот тебя. А сейчас элитка, стой! Стоять, Маруська, нам нужно что-то покруче против элитки. Окей, Так, подожди, стой. Элитка. Загрейдить копье. Загрейдить тебя и купить молот. Во. Вот так пойдем. На элитку. Окей, повар. Мне кажется, против повара у нас лучше всего шансы. Окей, время отвечать за базар. Я был неправ. О, как я был неправ. Проблема не в поваре, проблема в том, что... Много врагов на экране. Окей, повар нормальный чувак. С ним можно договориться, но со всей остальной ересью на экране договориться нельзя. Я передумал, мы не будем бить повара. 100% не будем бить повара. Это... Это не хорошая идея. Я вообще не вижу, что здесь происходит, повар. Повар, какова твоя профессия? Я тебя не вижу, повар. Доктор, я не чувствую повара. О, мы живы.
Одноглазый червь больше урона. Мы докачались до 25 уровня. Жесть. Окей. Берем защитные статы. Давай мне уклонение. И 19-я волна. Предпоследняя. Окей, медпушка пойдет. Лазерная пушка пойдет. Зачем мне дальнобойное оружие, когда мне нужно ближнебойное оружие? Разбери его. Окей, мы наролим ближнебойное оружие. Пойдет. Миниган? Миниган не пойдет. Он... Ухтя, миниган дает нам выживаемость. С 30% вампирика он будет как лечилка. Доска плохо скейлится. Хотя, ладно, пускай будет, окей. Топорик пойдет. Кинжал. Кинжал пойдет. Нож пойдет. Еще одна доска пойдет. Что-то у нас получился не очень хороший раунд, по-моему. И почти... У меня скорости так мало. Окей, все, что нам нужно, это продержаться этот раунд. На следующий раунд закупка на все деньги. Мы забиваем на всяких свиней-копилок. И не будем больше копить свиней. И мы на все деньги закупимся. Закупим 5 миллионов скорости. И выиграем. Миниган так хорош. Смотри, сколько он лечения дает. Он выдает все лечение. Мы просто ходим сквозь толпы врагов. Тупо танчить лицом. Сильно увлекаться не стоит, да? Могут возникнуть непредвиденные трудности во время таких маневров. Окей, это прикольный билд. Окей, нам нужна скорость. Пожалуйста, скорость. Скорость. Нам нужна скорость. Вы меня не понимаете. Где моя скорость? Она не существует! 6% скорости. Супер. Еще одна аптечка. Давай. Оружие, нам нужно оружие купить. Стой. Трактор! Иди в баню. Иди в баню, трактор. Окей, ножницы пойдут. Сюрикен пойдет. Я не знаю, палку взять. Молот легендарный. Еще одну палку. Еще один кинжал. Мы тратим все деньги. Броня по любасу заходит. Окей, еще одни ножницы. Мы можем взять вместо кинжала ножницы. Они круче. Глаза пришельцев. А, трэш. Найдем что-то круче. Медпушка чисто для лечения. Наверное, да. И чего? Все? Не все. Плюс уклонение, минус броня. Выгодно. Или вообще просто лимонадик взять. Лимонадик и бабочку, и не изобретать велосипед. 44 регенерации. Регеним 4 здоровья в секунду. 33% с каждой атакой полечить хпшку с вампирика. 72 здоровья, 13 брони, 33 уклонения, 29 скорости. На 2% меньше, чем нужно, чтобы доджить. Мы можем снести боссов. Ответ, по-моему, отрицательный. Хотя... Ну, нам надо прямо перед носом у них стоять, чтобы их снести. Можем попробовать. Одного. По-моему, не выйдет. Плохая была идея, да?
Мы мертвы! Мы мертвы! Мы были так близки. Не надо было пытаться бить боссов. Не надо было. Блин, почти затащили. Великий мисплей. Ну, я имею в виду, не самый великий в истории. На последнем раунде оружие было трэш. Вообще трэш. Мы так много проролили, и мы не нашли оружие на последний раунд. У этого персонажа на рандоме завязано много. То есть, ты такой можешь собрать шикарный билд. И ты такой приходишь на последний бой, а там ничего нет. И аривидерчи. Ты мой любимый стример, привет. Привет, Сильвен. Рад, что тебе нравятся мои стримы. Барлок, мы Даню потеряли, помоги найти. Даня? Где Даня? Даня! Чат потерял Даню. Ну вот. Даня, это твой друг? Даня, и найдись. Он ушел мыться? А что ты ему мешаешь? Может, он грязный был? Ему нужно срочно очиститься от скверны. А ты такой ищешь Даню.